Hello, everybody, меня зовут Честер, и я продолжаю играть в игру Monstrum. И перед тем, как я начну, я сразу хочу ответить на один гневный комментарий. Его зовут Денис, дальше там не помню. Он заблочил себе, что в ответ я ему ничего написать не могу, но я отвечу ему здесь. По поводу того, что я летсплейщик говно, комментарий с меня никакой. Да, я таким талантом не брезжу, так что... Иди нахер. Я просто делаю то, что мне нравится. Что? И все. Со временем, может, да, я стану нормальным. У меня будут нормальные комментарии, даже, не знаю, крутые. Но опыт приходит со временем, так что... Вот так то. И еще одну фигню, что у меня там говно, да, камп у меня говно. У меня стоит GT 630 видюха. И что это значит? Учись у Купленова. У него все зашибись, и компьютер обалденный. Но Купленов взрослый мужик, блин. У него уже опыт в общении. Он там, не знаю, где в институте учится еще до сих пор. Скажите, что Купленов не взрослый мужик, ему 25 лет? Не верю. Ему лет там 30 уже. Так что, Денис, в следующий раз, когда ты пишешь что-то... О, кусачки, отлично. Наверное, перекушу. Я ими, короче, вскрою это, вены. Шучу. В следующий раз, когда будешь писать комментарии, пожалуйста, делай это не в гневно, а нормально, как нормальные люди, блин. Ты что, школьник, что ли? Короче, ребят, если у вас есть какие-то замечания по поводу, как я снимаю, что у меня, пишите, пожалуйста, нормально. То есть без всякого вот этого... Ядом брызжет прям тупо. Вот непонятно мне просто таких людей, блин, как столько в них гнева помещается. Вот я и ответил на вопрос Дениска. Так что жду твой ответ. Так, а ну если ты в следующий раз напишешь по такой же гневной форме, я тупо читать не буду. Закрыть, нифига себе. А, тупо читать не буду. Так что. Я продолжаю играть дальше. Что-то происходит. Все. Извините, что перервался. Что за фигня? Давай! Что происходит-то? Поднимаемся наверх, там был корабль, ой, корабль, вертолет. Где-то вот там. По-моему, про компьютер я всегда упоминал, но не всегда практически, но старался говорить, что у меня компьютер-то не самый лучший. Так что извиняйте, если кто-то так и не понял. Все, я убежал от него. Да, по-моему, тут рандомно генерируется все. Что это такое? Вот смотрите, я уже играю, а здесь я себя закрыл вместе с монстром. Ладно, сейчас... Я так понял, здесь немножко система такая. То есть, один раз генерируется с этим монстром. Вы видите, уже какая-то камера, а то в прошлый раз не было. А, new game. Какая-то камера. Вот, генерирует сначала с этим монстром. Потом, когда я умру там от чего-либо, блин, вторая вот сейчас, наверное, будет от этого жижи сходить с большими пальцами. Вот, сейчас увидите. И вот так вот всегда будет генерироваться. Я хотел бы, чтобы какая-то комбинация была. И тот монстр, и тот монстр. А то... Какая-то жопа. Мне интересно, что делает тот пианист. Так, я как всегда появляюсь в одном и том же месте, то есть в шкафу. Так. Блин, а у меня были кусачки. Что за фигня? А прыгать можно? А, можно. Так, на сегодня план такой. Освободить вертолет и улететь. Но я думаю, мне не получится. Что там такое? Что там такое? Выключим фонарик.
Ага, смотрите, уже по-другому. Они хотят так же самое. Тут две части корабля. Понятно. Что нужно сделать? Перекусить вот эту вот. Открыть и заправить. А как заправить, я не знаю. Так что это еще надо выяснить. Ищем. О! Отлично, я сразу проверю, нужно оно мне или нет. А еще было какие-то предохранители перегорают в каких-то каютах или палубах. Ну да, каюта. Только не знаю, зачем их включать. Сейчас. Да блин. Не работает. Так нельзя. О, он вообще в одной руке держит. Освобождаю тебя. Отлично, теперь буду знать, кусачки это срабатывает. Просто. Так, а теперь нужно вскрыть. Зря надеялся. Кинем их здесь, слежит, на всякий случай. Пойдем искать что-нибудь еще. Ну, если я умру, то в следующий раз, если кусочки найду, то сразу не пойду к вертолету. Чтобы сэкономить время. Теперь мне нужны ключи. Или отмычка, если есть здесь такое. Так, отсюда я пришел, но и тут не все посмотрел. Ага, что это? Это ничего. На всякий случай заюзаем. Не работает свет. Так. Зря надеялся, что там что-то будет. Так, дрель, доска, херня. А там что-то может быть наверху. Ничего. А, опять этот монстр. Так, ну сейчас это. А, попробую туда пойти, куда я пришел. Вот. Личка такая. А может, я как раз появился в том месте, где камера? Еще можно закрывать, кстати. Смотрите, вот так. Никого нет. Что у нас здесь? Ну, эти мне не пользуются, потому что надо сейчас... Лучше убежать, чем что-то швырять. Хотя, может быть, посмотреть просто на... Как будут реагировать монстры, если они вблизи. Камеры запалили и давай. А, тут можно вниз спуститься, но давайте посмотрим, что здесь. Ключи. Здесь я могу узнать, если что. Ага, вот что это? Вот здесь. Фьюз. Что такое фьюз? Возможно... Это переключатель. Пригодится. Он же не просто так чем делать.
ничего. А есть зеленая фигалочка и фонарик. О, можно еще открывать шкафчики. Блин. Так, я не хочу сейчас именно проиграть. Чего себе. Черт, это я вообще не ожидал. Он тупо с одного удара выбил двери. Ух, давайте еще раз попробуем. Если нет, то на этом закончу. Game. Да. А че он решил двери-то выбить сразу? Как он вообще слышит именно? Как у него там устроено все? Надо будет разгадать эту херню. Блин, теперь снова искать кусачки. Мне кажется, мир не генерируется. Он... тут есть просто пару мест спауна, то есть респаун. Пригодится таймер. Как раз бы вот сейчас мне тогда бы пригодился. Вышел бы, швырнул этот таймер. И тут монстр ушел. Что это? Это нельзя юзать. Винил. Нет, поищем что-нибудь. Господи, опять нарвался на камеры. Догонял, как он слабо, а вот закрытых пространств помощи. Ого-го. Да нафига. Это уже небольшой гнался, мне кажется. Это уже гнался тот чувачок из соплей. О, господи, 9. О, нет, я спустился в эту чертову дыру. Сами пс. Ненавижу их. Банки всякие. Дальше. Если, ребят, кто-то знает, что нужно, ключ или отмычка, и нахрена мне вообще тут предохранитель, то есть не предохранитель, а кнопка-то, которую я находил буквально 5 минут назад. Ага, вот здесь, блин, кусочки. Блин, теперь нету. Ну или это такая похожая комната. А, там я не хочу бегать, потому что эти камеры сраные. Тут больше пугают вот эти вот трубы, чем монстры. Спустимся еще вниз. Опа. Нифига себе. А это что такое? Наверное, пригодится.
Это у нас Chainspool, что это такое вообще? Какой-то... Space to about. Ага. Можно подняться наверх. Отлично. Знаешь, себе персонаж не имбецил. Это что такое еще? И все? Я наверх поднялся, чтобы увидеть мешки. GPS. Просто добавь воды, и у тебя будет GPS. Ага. Вот сюда. Интересная уже локация пошла. Что это? Вот, я понял, какой здесь монстр. Здесь небольшой, а вот действительно вот этот вот пианист и соплей. А это что? Don't use, да? Flashlight. Flashlight? Нет. Ну, короче, это зеленая палочка. Так, ну ладно. Бегом. Я слышу его. И еще вниз. А, я оттуда пришел. Ладно. Пойдем все-таки туда. Господи. А еще можно повыше? Я не хочу там бегать. Так, я... Ага, еще выше. Там где-то, не знаю, ну, в каюту капитана. А по идее, вот такую штуку... А, может вертолет нужно еще и там, не знаю, помимо заправить, еще что-то на нас нужно делать. Давайте посмотрим здесь. Здесь что-то похожее на... Фонарик сел. Буду ходить с палочкой. Нет. Нет, никуда это заюзать нельзя. Ну ладно. Здесь мы посмотрели. Ничего особенного нет. Фонарик у меня сел, а батареек нет. Смотрите. И все, он не хочет. Где батарейки? Я еще не находил. Да я уже открывал. Блин, где она? Где камера? Ага. Я понял. Где камера только что? Надо отключить эту систему охраны. Такую тупую. Какую тупую? Не тупую. Как раз меня сдает. Нет. Что здесь у нас есть? Ну, получается, третья серия тоже исследование корабля. А в следующих сериях, я думаю, уже наконец я буду более круче действовать. Ага, камера. И... экшен. Тоже, да, нужен. Вот так вот. Гринстик возьмем. Так, ну потом что-то придется выкинуть, конечно же. Я думал, зачем мне эти палочки? Это не надо, это все мне не надо. Поймала. Да как?
прям комбо из двух ударов. И какая здесь картинка? О, господи. Всем спасибо за просмотр. Это была игра Монстро. Оставляйте свои комментарии и лайки. Пока.